Добрый вечер, добрый день. Вы спросите, что означает наш сегодняшний пост, что это за два раскрытых капота, вот эти два провода, аккумуляторы, кто этот человек у нас в кадре. Я вам вкратце расскажу. Итак, я вам прежде всего представлю, это мой Шмир Гольдберг, мой старый друг, мы знакомы уже 17 лет, и мы учились вместе в московской Ишиве Турат Хаим, и сейчас живем вместе на одной улице, дружим семьями. Была у нас такая ситуация, значит, я в четверг, да, в ближайший четверг, был на техосмотре, то есть несколько дней я должен был пройти техосмотр своей машины, и у меня все откладывалось, и колеса, и то есть, в общем, в какой-то момент я все-таки туда приехал, все, прошел техосмотр, прохожу, замечательно, получил наклеечку о том, что моя машина может ездить по дорогам государства Израиль в течение 2016 года. Прилепляю эту наклеечку к себе на стекло и с довольным, как бы самодовольно хочу, так сказать, зажечь зажигание и смотрю, что машина не заводится. Аккумулятор сел. Как, что? Что делать? Как завестись? Меня дома ждут дети, которых я должен забрать срочно. Там, неважно, в общем, куча всяких обстоятельств. И как, что делать, как мне быть? И я набрал мой Шмейра номер. И он мне сначала не ответил. Я думаю, ну что делать? И вдруг он мне отвечает и говорит, я говорю, спрашиваю, как ты, где ты? Он мне говорит, я на улице Бейт-Адфус. А улица Бейт-Адфус, это именно есть та улица, на которой находится вот эта вот станция, где я проходил техосмотр. Я говорю, а ты с машиной? Можешь, скажи мне, как часто ты с машиной выезжаешь в Иерусалим? Надо сказать, очень редко. Это было несколько случайностей, я уже тогда расскажу все. Да. Дальше, значит, случайности были такие. 15 числа нужно вложить на банковский счет зарплату и мою, и моей жены. Обычно моя жена, поскольку она там работает, где получает зарплату, она эту зарплату получает чеком на руки, и нету никаких проблем с этим. Сейчас начались уже летние каникулы в школах, и зарплату моя жена зарабатывать не могла, поскольку уже не работала. Поэтому нужно было срочно ехать в Иерусалим, в район Арнов, не доходящийся недалеко от улицы Бейт-Адфус, чтобы этот чек забрать. Это была первая причина, зачем ты взял машину? Было решено утром выехать в Коле на машине и после первого седера поехать в Арнов забрать чек. Это было первое половина решения. Второе половина решения было, уже если я там нахожусь, заехать в заведение учебное, которое называется Янар, там, где мне нужно было благополучно сдать Дипломную работу, которую я тоже давно уже, в принципе, мог сдать, но решил, что если я уже там нахожусь, именно сегодня ее и сдам. Нужно было для этого доделать несколько подробностей, несколько мелочей. Я их там доделал. И как раз, когда я закончил их доделывать, решил перезвонить Мэнди. И оказалось, что я нахожусь там в 100 метрах буквально от него. И после того, как я закончил уже все дела, то есть я ему сказал, что я через 3 минуты буду около тебя. Такая вот свята дешмая Мэдера Горновича, что я с подходящими проводами и с машиной находился в 100 метрах от него с очень маленькой вероятностью. Но к чему мы хотим это сказать? Что, так сказать, мне нужно было почувствовать, что аккумулятор должен сесть, но при этом Всевышний специально подготовил ту ситуацию, чтобы мой Шмейр и был именно в том месте, именно в то время для того, чтобы решить, эта проблема решилась. Вот так вот, наверное, нужно понимать, что если Всевышний что-то делает, это просто маленькая иллюстрация, да, что все продумано и у всего есть расчет. Большое спасибо.